Обида – это инструмент, который использует человек в сознании жертвы для манипуляции, для того, чтобы подогнать другого человека под свои представления. Не под реальность, а представления. У человека, у которого есть сознание жертвы, у него есть четкая картина о том, как должны люди говорить, как должны действовать. Если вдруг что-то идет не по их представлению, не реальности, а представлению, то они включают вот эту обиду. И вот таким людям, которые находятся в сознании жертвы и используют обиду как инструмент для манипуляции, им часто кажется, что против них ведутся какие-то заговоры. Он это специально сказал, она подумала. То есть у них в уме происходит постоянно вот такой бой. И я открою сейчас одну очень страшную правду. Обидная, но она правда. Всем вообще пофиг на тебя. Каждый думает о своей жизни, о своем счастье. И чем больше включается обида, вот эта претензия, тем быстрее тебя выкинут из своей жизни.